Игнатий Тихонович, можно мы вам тарелочку служим, а потом тарелочку вы принесете? Да нет, я бумажку. Если... Бумажку? А там еще рыба от Коби есть. Ну, пакетик туда... можно сложить туда? Ну ладно, делайте как-нибудь. Пакетик выбросим, там в чашку лучше. Ваня научил их глухонемому языку, я вот они. Я не научил, они пытаются говорить какие-то слова, показывая буквы пальцами неправильно. Кормим, проходи. Я уже научил свой. Ангел за трапезой. Встали все на молитву. Велика милость твоя, долготерпение, хвала тебе. Ты защищаешь и милуешь наследие твое. Благодарим тебя. Прибудь с нами, благослови путешествующую долину, сохрани от всякого несчастного случая. И нас помилуй милости твоя ради. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Она вам не звонила? А? Не звонила, Галя? Загуляева позвонила, сказала, дома уже. Как дома? Галя Загуляева дома уже. Галя Загуляева дома. А я в Галине об этом. Она уехала с Галины с этой? Ну да. Я знаю, что вот это значит. Ты не крутой. Вот это окошко, если человек идет, я уже знаю, что он сейчас будет здесь. Ты прошел, нету, я вышел, сейчас нету. И потом уже неоднократно, у тебя какая-то такая черта есть, вот так вот ходить, и тебя не уловишь никак на одном месте. Что это такое? Прямо здесь рядом был, только вышел, уже нигде нету. Посылай за тобой троих людей. Одного, да, видел. Двое даже не могли найти. Короче, а я все твои силы. Надо было зайти домой ко мне после бани, там оставить вещи. Да не только, другой раз после бани тоже до бани. Проходишь, сейчас думаю, сейчас он оборачивается, секунда, 2-3-5, минута 2-3-5, я не могу. Это что хотел сказать, уже нет. Стой здесь. Еле живой. Что такое? У человека, если есть какая-то определенная цель, и он знает, что цель эта положительная, он пойдет на какие-то уступки. А не так, что они по мне, ты меня не признаешь, дверью хлопнул, косяки поломал, ну так не годится. У меня есть цель записать твои все уроки. Сколько раз ты в неделю ходишь к Устиновым? Пять. Сегодня идешь? Нет. Выходные. А воскресенье? Нет, с понедельника. Тоже. То есть, кроме субботы и воскресенья, ты ходишь все время к ним, да? Да. Вчера они, отказали мне. Так, ну, мне остается цель, и поэтому я иду на то. Прошу Никиту снять. Тем более я снимаю плохо, у меня руки дрожат. И... Никита, ты будешь ходить с ней? Буду. Какая программа? Часовая, полтора? От двух до трех. Иногда больше. Ну, будет до трех, тебе придется потом восполнять это в труде. А от труда тебя это не избавляет. А я после обеда хожу. Меня в труде. А, вас? Вот. То, что туда будет, это место отдыха. Вот, записывать все. Теперь, чтобы тебе не было никакого отказа, ты перед этим, как идти, тщательно моешь ноги и надеваешь носки, только туда сходить приходишь и их снимаешь, как носовой платок. Бережешь, чтобы ты там как разулся, ботинки там домой просмотри, блистал чистотой, и не было замечаний, как мне. Согодится? Ну, спаси Христос. Какие будут недоразумения, ко мне обращаются. Мы сколько примерно уроков еще будем? Ну, вот, до конца, вот, до 16-го езжаю. Все, вопросов нет. Решили? Благодарю. У меня цель.
А не обида, а по обиде. Да тут меня пренебрегли, то другое, мне этого смешно, как не делится. Я босиком у них был, а я за босиком хожу. А у них комнаты, которые, ну и посмотри, ноги поднял, ноги показал. Я по траве иду, у меня ноги чище, чем ваши. У вас они там гниют, потеют, разные, заразу. Вот. Сейчас я приезжал начальник уголовного розыска был здесь. С участковым. Ни слова, все положительно, веселое, просто спросил. Как, что, еще где-то. Лагерь там еще нет, я говорю, нет, его больше не будет. И ни слова. Я благодарен Господу. Значит, на часов кашу, через салат, 6, салат, а вот так Галина Леска может быть дома. Хорошо нам было место, правда? Ладно, я пойду. Проводим ее. Так, нужно найти кошку, которая пострадала. Поспрашивать кого. Как можно быстрее сделать ей, ну, лангетку наложить, или вроде гипса. Ножку спасти ей. Она у нее болтается, я отрубила капканом. Ну, батюшка говорит, по неделе не бывает. И такая сытая, справная, я говорю, все голубей сожрала. Их 35 было, ни одного нету. Какие-то перелетели там. Ладно.